Народные русские сказки Александра Николаевича Афанасьева Мизгирь Читает Лена Сухая В старые годы в старопрежные, в красную весну, в теплое лето, Сделалась такая саморота в мире тягота. Стали проявляться комары домошки, людей кусать, горячую кровь пропускать. Проявился Мизгирь. Удалой добрый молодец, стал ножками трясти до да мережки плести, ставить на пути на дорожке, куда летают комары домошки. Муха грязна, строка некошна, полетела да чуть не пала, да к Мизгирю в сеть попала. То ее Мизгирь стал бить, да губить, да за горло давить. Муха Мизгирю взмолилася, батюшка Мизгирь. «Не бей ты меня, не губи ты меня! У меня много будет детей сиротать, по дворам ходить и собак дразнить!» То ее мизгирь отпустил, она полетела, забунчала, известила всем комарам и мошкам. «Ой, если вы комары и мошки, убирайтесь под осиного кориша!» Проявился мизгирь, стал ножками трясти, мережки плести, ставить на пути на дорожке куда летают комары домошки? Всех изловит. Они полетели, забились под осиного корища. Лежат яко мертвы. Мизгирь пошел, нашел сверчка, таракана и клопа. Ты, сверчок, седь на качок и спевать табачок. А ты, таракан, ударь в барабан. А ты, клоп-блинник, поди под осиного корища, про ложь про меня, мизгиря борца добро молодца. Такую славу. Что мизгиря борца добро молодца в живе нет. В казань отослали, в Казани голову отсекли на плахе и плаху раскололи. Сверчок сел на качок и табачок, а таракан ударил в барабан. клуб блинник пошел под осиного кориша. Говорит, что запали лежите яко мертвы? Ведь мизгиря борца добро молодца. В живе нет. В Казань отослали. В Казани голову отсекли на плахе. И плаху раскололи. Они возрадовались и возвеселились. По трое перекрестились. Полетели чуть не пали. Да к мизгирю все в сеть попали. Он и говорит. Что вы очень мелки. Почаще бы ко мне в гости бывали. Певца венца испевали. И нам бы подавали. Сказка записана в Пермской губернии Шадринского округа в заштатном городе Далматове государственным крестьянином Александром Зыряновым.